Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о фразах, поговорим о словах. Если вы их будете использовать в своей жизни, то вы сможете изменить кардинально свою жизнь. Вы сможете привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие. Друзья, далее все более подробно мы рекомендуем всем просмотреть это видео от начала до конца. Вы знаете, манера нашего разговора полностью влияет на то, что мы имеем в своей жизни. Если мы говорим с вами уверенно, осознанно, то таким действием показываем Вселенной, что знаем, какие энергии нужны нам для того, чтобы привлечь в свою жизнь то, о чем мы так мечтаем. Если мы же с вами говорим тихо, невнятно, так как на подсознательном уровне сомневаемся в том, что желаем получить и привлечь в свою жизнь, это показывает Вселенной, что мы не знаем, в каком направлении нужно идти, и сомнения наполняют нашу жизнь. Мы не знаем, как использовать энергии, а значит, мы не готовы принимать то, что нужно. Поэтому и Вселенная, соответственно, не отправит нам то, что могло бы изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Также от слов, которые мы произносим, зависит наша жизнь. Многие люди считают, что слова нужны только для того, чтобы была возможность общаться людям между собой. Но на самом деле это не так. Правильно подобранные слова, сказанные от чистого сердца, способны помочь не только самому человеку, но и тому, кому он желает оказать данную помощь. Недаром говорят, что они могут спасти человека или погубить, направить в нужном направлении или сбить с пути, поддержать или показать человеку, что он никому не нужен. Это не только разрушит его энергетику, но и привлечет негативные энергии, а вместе с ними депрессию и апатию. Каждый из вас слышал и такое выражение, что с помощью слов можно открыть любую дверь, даже ту, которая до вас была не под силу остальным людям. Поэтому, если вы хотите научиться управлять энергиями, которые вас окружают, начните со слов и предложений, которые вы произносите, так как они способны кардинально менять все то, что вам не нравится, и наполнять вашу жизнь только прекрасными событиями, моментами, и помогать вам получить то, о чем вы так мечтаете. На вашем разговоре не должно звучать слова, выражающие сомнения. Например, «я не уверена», «я не знаю», «я не могу». Вы должны быть уверены в своих силах. Ведь если от вас будут веять уверенностью, то, во-первых, таким действием вы отправляете правильный посыл, а во-вторых, это поможет вам чувствовать силы и знать, что вы готовы и можете справиться со всем, что только произойдет в вашей жизни. Не должно в вашем разговоре быть и слов, которые будут излучать недовольство своим внешним видом, умом, жизнью, финансами. Например, «я недостаточно красива» или «я не такая умная, как она». «У меня постоянно нет денег, я ни на что не способна». Любое из этих выражений будет перекрывать ваши энергетические каналы, делать вас слабым человеком. А также не стоит забывать и о том, что в свою жизнь мы притягиваем то, что мы излучаем. А такими выражениями вы излучаете только негатив и ничего более. Поэтому пока не поздно. Если такие слова есть в вашем обиходе, срочно от этого откажитесь. Сначала в голове человека зарождается мысль, и она на подсознательном уровне решает, какие именно энергии нужны данному человеку для того, чтобы помочь ему воплотить в жизнь то, о чем он думает. Затем во время разговора мысль превращается в слова. Давайте разберем с вами, что же такое слово. Ведь это не только скопление гласных и согласных букв, но и звуков. Это известно всем. Но вот то, что слово – это начало всего, начало знаний, вибраций, аффирмаций, намерений и посыла во Вселенную, а также скопление положительных и отрицательных энергий. А вот от того, какие они будут, зависит только уже от вас. Если вы задумаетесь о том, когда вы говорили что-то необдуманно, то вы увидите, какие неприятные последствия это вызвало, и что для того, чтобы от них избавиться, вам потребовалось немало сил и энергии, которую вы потратили попросту. Также очень опасными как для самого человека, так и для его окружения являются слова, которые сказаны в гневе. Такие слова могут причинять непоправимые
непоправимый вред и неприятные последствия. Так получается из-за того, что любое сказанное слово создает вибрацию. Чем громче оно сказано, тем больше его сила, тем быстрее оно долетит до Вселенной, а она способна реагировать даже на очень незначительные вибрации, не говоря уже о мощи, которая передает гнев, досада, разочарование или же нежелание осознавать свою неправоту. Отменить этот посыл, что несет в себе слово, невозможно, поэтому еще наши предки учили нас, что действие, сделанное в гневе, и слово, сказанное необдуманно, способно уничтожить и не только разрушить жизнь человека, которого оно касается, но и того, кто это действие совершил или слово произнес. Поэтому обдумывайте все, что вы делаете, что собираетесь сказать, для того, чтобы потом вам не пришлось жалеть и пытаться что-то исправить, ведь это уже будет просто невозможно. Слова, которые связаны с ложью, также способны приносить вред. Они несут не только негатив, но и программирование на подсознательном уровне того, что вы не желаете жить прекрасной жизнью, что вам нравится вымышленный мир, что вы желаете его привлекать в свою жизнь, а значит и люди в вашу жизнь будут приходить такие же, которые будут нести ложь и разруху. Не стоит забывать и о том, что Вселенная не любит таких людей, поэтому отвернется от такого человека. Думаю, что у многих людей в жизни была ситуация, когда была сказана какая-то неправда, а затем человек пожалел об этом. Ведь возникшая ситуация развернулась по отношению к нему наихудшим образом. Возникли сомнения, а что было бы, если была сказана бы правда изначально, ведь все могло быть по-другому. Но жизнь преподала такой урок, который научил, что лучше пусть будет горькая правда, чем в нужный момент сказанная сладкая ложь. Когда у вас возникнет похожая ситуация, вы уже не допустите такую ошибку и не решите экспериментировать со словами, так как будете знать, что ничего хорошего из этого не получается. Для того, чтобы жизнь была полной чашей, нужно научиться использовать правильные слова-установки, которые будут направлять только на истинный путь и помогать получать все то, что вы пожелаете с легкостью. Например, проговаривайте каждый день для себя такие слова: «Я способна получить все то, что только желаю», или «Моя жизнь – полная чаша», или «У меня со Вселенной особая связь», или «Вселенная любит меня», или «Я умею управлять нужными энергиями, они приходят по моему зову». Такие посылы очень важны, они начнут кардинально менять вашу жизнь, поэтому вы попробуйте, и вы удивитесь, сколько всего в ней изменится. Все перейдет на новый уровень. Вы должны повторять, что у вас все прекрасно, и так обязательно и будет. Старайтесь употреблять и больше слов, которые несут в себе положительные энергии, излучают счастье и любовь. Так все же, как с помощью слов, предложений, фраз привлечь денежную энергию? Денежная энергия, как вы знаете, она очень капризная, и она очень чувствительная, и будет приходить в жизнь только тех людей, которые на подсознательном уровне готовы ее принимать. Стараться для этого все делать правильно, придерживаясь ее законов. Это очень непросто, но тем, кто с этим справляется, больше не приходится переживать о деньгах. Они всегда есть в их жизни. А когда есть деньги, то и жизнь становится более разнообразной, интересной. Можно больше себе позволить посетить интересные, красивые места, скушать вкусные, более дорогие продукты, побаловать себя и близких людей. А все эти, казалось бы, простые действия способны дарить людям счастье не только тем, у кого в жизни это происходит, но и тем, кто находится в их окружении. А излучая счастье и положительные энергии, мы такое же, только уже в большем количестве притягиваем в свою жизнь. А денежная энергия в такой период также приумножается, так как она любит делать так, чтобы люди ощущали себя счастливыми людьми. Итак, чтобы привлечь денежную энергию в свою жизнь, вам нужно проговаривать такие фразы, каждую из них, на рассвете на протяжении недели, так как в это время энергетика дня самая сильная, и как время дня будет увеличиваться, то и ваше пожелание будет приумножаться. Начать нужно с следующих слов: «Вселенная излучает изобилие», и «Я излучаю такое же изобилие, так как имею особую связь со Вселенной».
Эта фраза поможет вам на энергетическом уровне отправить Вселенной посыл, который укажет ей, что вы понимаете весь объем сил Вселенной, что вы знаете, что то, что приходит в вашу жизнь, зависит от того, что способна дать ваша Вселенная, что вы желаете окружить себя всем хорошим и черпать силы из природы, положительных людей и добрых действий. К концу недели вы почувствуете уверенность в своих силах, а также осознаете на подсознательном уровне, что вам нужно изменить для того, чтобы что-то новое пришло в вашу жизнь. Делайте все для этого. Ощутив, воплощайте в действие. Не позволяйте себе отклоняться от выбранного пути. Только так и не иначе вы сможете добиться желаемой связи со Вселенной, а значит и с нужными вам энергиями. Они придут и будут вас подпитывать в те моменты, в которые вам действительно нужны. В следующие 7 дней вам нужно будет проговаривать такую фразу: «Я бесконечно богата, ведь я имею жизнь. Я благодарю за то, что в нее приходит, будь то люди, события или финансы». И на этой неделе вы сможете приумножить все хорошее, что есть в вашей жизни. Вы покажете такими словами, что вы цените все то, что Вселенная посылает вам. А значит, вы готовы получить это все только в большем размере. Ведь вы знаете, что когда мы ценим то, что у нас есть, всегда приходит нечто большее. К концу недели у вас могут появиться новые знакомства. Вы можете получить хорошую премию, вознаграждение. Вам даже могут увеличить зарплату, а значит, денежная энергия в скором будущем начнет возле вас появляться еще в большем количестве. Когда придет третья неделя, вам нужно будет повторять такие слова: «Деньги любят меня, они окружают меня, они наполняют мою жизнь, делают ее счастливой». Этим вы покажете, что готовы принимать денежную энергию беспрерывно, что вы ожидаете ее, что вам это нужно, что вы знаете, каким правилам нужно придерживаться и будете обязательно их соблюдать. В течение этой недели у вас могут возникать ситуации, когда денежная энергия будет вас испытывать, поэтому тщательно продумывайте все свои действия, делайте все не спеша, займитесь благотворительностью, не проходите мимо и возле того, кому нужна будет помощь. Положительный результат, если вы все сделаете правильно, не заставит себя долго ждать. На протяжении следующей недели вам нужно проговаривать такие слова: «Я готова только к положительным событиям в моей жизни. Деньги находятся в ней в избытке. Я могу позволить себе купить и оплатить все то, что только захочу. У меня всего в изобилии». Эти слова не только приумножат все то хорошее, что вы уже притянули и получили в свою жизнь, они помогут вам установить неразрывную связь с денежной энергией, открыть энергетические каналы, которые ранее были у вас закрыты. Это особые каналы, которые имеет каждый человек, но не все умеют их активировать и использовать себе во благо. Также вашу жизнь станет чашей изобилия. Вы никогда не будете грустить, перед вами будут открываться новые и новые возможности. Помните о том, что все зависит только от вас. Очень часто бывает так, что как только человек начинает меняться, начинает даже произносить новые слова, слова созидания, в его жизни появляются люди или начинают исчезать те люди, которые не воспринимают его мир, которых не устраивает все то, что человек начинает меняться. Возникает конфликт, возникает недопонимание. Поэтому, если у вас появляются вот такие ситуации, пожалуйста, не расстраивайтесь, не переживайте, не опускайте руки, не думайте о том, что «а кто что скажет?». Помните о том, что вы пришли в этот мир прожить достойную, счастливую жизнь. Если вы будете обращать внимание на людей, которые будут вампирами, которым не нравится, как вы живете, которым не нравится, как вы одеваетесь, которым не нравится, как вы говорите, которые несут свою какую-то интересную идею, вы должны понимать, что нужно отказываться от таких людей. Возможно, это сложно, потому что такие люди до этого были вампирами. Они привыкли звонить вам, рассказывать свои какие-то плохие новости, какую-то информацию, а теперь вы перенастроили свое тело, и ваше тело уже даже таких людей, ваш ангел-хранитель, высшие силы не подпускают. Даже может быть такие быть происходить ситуации, что вам будут звонить, как вы думаете, ваша лучшая подруга для того, чтобы прийти к вам в гости, но будет проходить полчаса, час, два, три, и ваша подруга не будет приходить. Когда вы будете звонить, то вы будете узнавать, что у нее какая-то произошла неординарная ситуация, какой-то форс-мажор, и вы должны осознать и понять, что уже высшие силы не разрешают
разрешают подходить к вам тем людям, которые несут негатив и разрушение в вашу жизнь. Поэтому, пожалуйста, прямо сейчас, после просмотра этого видео, начинайте жить по-другому. Иногда это очень сложно, но если вы начнете делать первый шаг, то за вторым шагом и третьим шагом появятся уже изменения. Посмотрите на дорогу, например, по которой вы едете, даже идете. Когда вы идете, вы не видите всю дорогу, да, потому что дорога не такая уж и ровная, как кажется на первый взгляд, потому что есть спуски, есть подъемы, есть ямы, но вы этого не видите. Вы просто видите какую-то дорогу и понимаете, что это условно столько-то километров вам нужно пройти или проехать, или пролететь. Но когда вы начинаете идти, вы начинаете видеть, что здесь спуск, здесь подъем, а здесь вот сбоку растет дерево или какая-то посадка, а здесь еще что-то, а здесь есть поселок или деревушка, в которой также люди живут и чем-то занимаются и так далее. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь. Как только вы начинаете меняться, в вашей жизни также начинают происходить изменения. Но здесь очень важно после первых изменений не опускать руки, потому что еще жизнь умеет такое свойство проверять вас на прочность. Готовы ли вы идти до своей цели или нет? Помните, пожалуйста, об этом. Поэтому, друзья, используйте эти фразы, о которых мы сегодня с вами рассказали и поделились. Они действительно помогут вам не только разбогатеть, но и заполучить деньги в свою жизнь в нужном именно для вас количестве и для того, чтобы осуществить все свои мечты и желания. Научитесь управлять своими словами, теми словами, которые вы произносите, и увидите, сколько всего ранее вы, возможно, упускали из своей жизни, что могло бы в нее прийти, а вы уже давно могли это использовать себе во благо, ни в чем не нуждаясь и ни в чем не переживая. Помните о том, что Вселенная изобильна, и только ваше слово, только ваш приказ дает начало материализации в этом мире. Друзья, с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Мы надеемся, что наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому, возможно, это видео вдохновит и поможет сонастроиться с энергиями Вселенной и изменить свою жизнь. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже в следующем видео. Thank you.